13-й серии турецкого сериала «Мерьем» план Акте сработал. Мерьем узнала о том, что Сваш идет шлю сыновья Гюлюмсе. Она сокрушена этой новостью. Сваш идет к Мерьем, чтобы добиться ее прощения. Однако в доме Сельмы их ждет большой сюрприз. Махмуд, бывший муж Сельмы, похитил ее. Из-за возникшей ситуации, несмотря на все разногласия, Мерьем, Сваш, Гючлю и Бурджу решают действовать заодно. Они вместе выходят в путь, чтобы спасти из рук безумного Махмута Сельму и их ребенка.